Простите, пожалуйста, вы Лукин? Да, что такое? Понимаете, они говорят, что он погиб в авиакатастрофе. Но вчера я поняла, что у него мобильный включен. Андрей летел тем самым самолетом, который разбился 5 месяцев назад под Владивостоком. А тело его не найдено. Ничего, никаких остатков нет. А вчера я чуть с ума не сошла совсем. Это номер Андрея. Смотрите. Длинные гудки. Никто трубку не берет. Так, ну что там с пеленгом, Серега? Ага, вижу, вижу. В детективное агентство обратилась Маша Лебедева. Ее муж Андрей 5 месяцев назад погиб в авиакатастрофе, но его мобильный телефон продолжает работать. Воспользовавшись новейшей компьютерной программой, детективы установили местонахождение телефона. Витя, пошел куда-то. Так, ну возле школы он был довольно долго. Куда он там идет? А, я знаю, куда он идет. А, поехали туда. А, к станции. Похоже, что так. Тебе курить не рано? А если отец узнает? Куда? Ты что, бежишь-то? Чего бегаешь-то? Ну, чтобы не поймали и директору не сказали. Вы школьный патруль? Да вам прекрати. Какой патруль? Школьный. Прекрати. Тебя как зовут-то? Серега? Слушай, Серега, ты помочь нам можешь? Мы ищем одного пропавшего человека. Постарайся. У тебя его мобильный телефон, и нам надо знать, где ты его взял. У меня папа таксистом работает, и у него кто-то оставил его. Так. Ну, я его взял себе. Подзарядку я сам придумал. Да, молодец. А что, телефон не берешь? Что, трубку не поднимаешь? А там, понимаешь, там сим-карта вшитая. Угу. И папа мне разрешает брать только на звонки, которые я знаю. Угу, понятно. Ну, давай телефон-то показывай. Телефон я у тебя заберу, но на время. Угу. Пока проведу проверку, кто звонил по этому номеру. Ладно. Как твоего отца найти, не подскажешь? А он к тетке поехал, только вечером будет. Это за городом. Так. Я его телефон дам. Давай. Хотите? Давай. 8. Угу. Маш, скажите, а муж ваш летал отдыхать тем самым самолетом? Да нет, какой отдыхать? Он был помешан на своей фирме и почти никогда не отдыхал. Он летел на деловую встречу, поэтому не поехал на своей машине. Его подвозил Павел. Это их общая фирма, компаньоны. Понятно. А скажите, как происходило опознание его вещей? Страшно вспоминать. Они до сих пор, знаете, что-то находят и каждый раз вызывают. Вы знаете, я даже к экстрасенсу ходила. Нет, говорит, погиб ваш муж и точка. Игорь Петрович. Здравствуйте, Мария, еще раз. Скажите, это телефон вашего мужа? Он, да. Это он, господи, где вы нашли его, где? Скорее всего, он действительно был украден в аэропорту. Если мы сумеем поймать воришку, то мы узнаем, где конкретно был украден. Возможно, его украли перед самой посадкой. Посмотрите, пожалуйста, все входящие за последние дни. Может быть, вы мне подскажете, кто в тот день звонил вашему мужу? Да, конечно, телефон. Угу. Лебедева опознала почти все входящие звонки, кроме 2 номеров, которых она не знала. Кто звонил Андрею, предстояло выяснить детективам. Ну что ж, попробуем. Какая-то рекламная компания предлагает телефонные справочники. Так, а вот этот городской телефон чей? Нет, я не знаю. Ну что ж, будем звонить. Никто трубку не берет. Ну ничего, адрес мы потом узнаем. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а вы Павел Глотин?
Да, здравствуйте. А вы детектив? Вы от Маши, она предупреждала. Да, я помощник частного детектива. Маша попросила выяснить, что стало с ее мужем. Вы знаете, разбился Андрюха. Маша себе места не находит. Вот это вот, кстати, вот наш кабинет с Андреем. А он с вами работал, да? Присаживайтесь. Нет, вы знаете, это я работал с ним, Андрей начинал эту фирму с нуля, потом расширялся и предложил мне стать любым совладельцем. А вы давно знали Андрея? Лет 10, и теперь я не знаю, что делать, потому что Андрей руководитель этой фирмы, и нужно подтверждение о смерти. А скажите, а может быть у Андрея были какие-то проблемы по бизнесу? Вы знаете, никаких проблем не было. Он всегда все дела делал честно, никаких афер, никаких обманов не было. И как бы вот теперь вот эта вот ситуация. Скажите, Маша утверждает, что в аэропорт в этот день Андрея отвозили именно вы, это так? Да, я всегда отвозил Андрея в аэропорт, и в этот раз я подождал, пока он будет проходить на регистрацию, попрощался, посмотрел и уехал. То есть никаких проблем ни с бизнесом, ни с вами у Андрея не было? Нет, никаких проблем не было. Единственная проблема, которая могла быть, это Арина Печерская. Это его любовница, с которой он расстался за месяц до смерти. Тем временем помощница установила, где зарегистрирован неизвестный Маше городской номер и отправилась по этому адресу, поскольку трубку там по-прежнему не брали. Игорь Петрович. Да, Лена. Здесь прописана некая Арина Печерская, но дома никого нет, и судя по пыли на двери, на ручке и на замке, давно здесь никто не появлялся. Печерская, говоришь? Да. Ладно, попробуй там поговорить с соседями, а я сейчас к тебе подъеду. Алло, Игорь Петрович. Ну, поговорил я, значит, с ним. Ведет себя спокойно. Рассказал мне, что да, действительно возил его в аэропорт, то, что проблем по бизнесу не было. Ну, в общем, так. В общих чертах примерно. Да. А я встретился с Виктором, ну, с этим таксистом, отцом этого мальчика с телефоном. Он узнал Андрея. Выходит, Лебедев не летел тем рейсом и на момент катастрофы был жив. Да, мне Виктор сказал, что высадил Лебедева на площади в центре города, а это как раз недалеко от офиса Лебедева и от квартиры Печерской. Так выходит, он жив, что ли? Нет, это значит, что Андрей не летел тем рейсом. Понял. Девушка, а вы ищете кого-то? Да, я ищу Арину Печерскую. Вы не знаете, где она? А что, опять что-нибудь случилось? А Ариночки здесь нет? Да, это я уже поняла. Да нет, дело касается ее одного знакомого. А-а-а. Простите, а как ваше имя? Татьяна Сергеевна. Татьяна Сергеевна, мне очень нужно ее найти. Как, может, подскажете, где она может быть? Или что? Арина, она в больнице была, в роддоме. Родила она на днях. Любовник у нее, знаете, такой красивый мужчина был. Ну, женат. Расстались они потом. А потом погиб он трагически в авиакатастрофе. А Ариночка сыночка родила от него. Здравствуйте. Здравствуйте. А не подскажете, в какой больнице Арина лежит? А не надо уже ни в какой больнице ее искать. Она мне вчера звонила, сказала, что у нее хорошо. Мол, завтра снова на дачу поедет. Для ребеночка так лучше. А сюда она всего один раз только и приезжала. И то на часок. Заскочила, вещи какие-то забрала. А на другой день самолет как раз разбился. Точно? Точно. Выходит, в день катастрофы Арины в городе не было? Нет. Она на даче уж как месяц жила. А вы не знаете адрес дачи? Как же, знаю. Это по загородному шоссе. Угу. Да давайте я вам сейчас объясню, нарисую, вам так понятнее будет. В детективное агентство обратилась Маша Лебедева. Ее муж Андрей 5 месяцев назад погиб в авиакатастрофе, однако Маше не дает покоя то, что его мобильный телефон продолжает работать. Детективам удается установить, что мобильник Андрей потерял в такси по дороге из аэропорта, то есть он не летел потерпевшим крушение рейсом и, скорее всего, жив. Под подозрение в причастности к исчезновению Лебедева попадает его друг и партнер по бизнесу Павел Глотин. Серег, едем к Печерской на дачу, встречаемся на загородном шоссе. Понял? Угу, давай. Ну, допустим, что Андрей мог сбежать к любовнице. Ну, такое бывает.
Ну, а разбившийся самолет – это случайность, которой воспользовались Лебедев и Печерская. Меня вот что волнует. Если Андрей и Арина заранее договорились убежать, почему он тогда вышел возле ее дома в городе? Он же прекрасно знал, что она на даче. Сережа, а чего так долго? Мы уже замерзли. Не промокли. Ну, на трассе стал оканчиваться бензин. Я к первой попавшей без закладки подъехал. Там очередь вот такая. Все понятно. Все понятно. Да. Значит, Арина в доме, и Андрей, похоже, у нее. Она купила 2 блока сигарет и мужскую парфюмерию. Соответственно, вот не себе. Только интересно, почему она сама в магазин ездила, а не Андрей. Все-таки она недавно из больницы. Я думаю, потому что он скрывается, он не хочет, чтобы его нашли. Ну что ж, нам бы заглянуть туда. Пойдем. Здравствуйте. Здрасте. Вы Арина? Да. Меня зовут Игорь Петрович, я частный детектив и хотел бы с вами поговорить. Это мои помощники. Разрешите вам задать несколько вопросов по поводу Андрея Лебедева? Проходите. Хорошо, спасибо. Ну, только чего ж тут говорить? Вот я тебе купила то, что ты просил. Спасибо, спасибо. Ты, Андрюшка, не просыпался? Да не, нормально. Ну, видишь, я быстренько, за 15 минут туда-сюда. Mm. Ну, чай попьешь или добрый. Останешься? Да нет, я пойду. Мне. Да? Ну, давай. Дело еще по горло. Проходите. Ну. Это мой сосед, папаша со стажем. Лучше всякой няньки. Да вы проходите. Mm-hmm. Чай будете? То что-то грустно. Да у вас, видимо, разговор длинный ко мне, да? Пожалуй. Смотрю, симпатичный у вас домик-то. Это папин проект. Он мне архитектором был. Я вот думаю вообще квартиру в городе продать и сюда совсем поселиться. И Андрюшке лучше здесь будет. Знаете, я очень долгое время в себя прийти не могла. Поверить не могла. Почему вы его смертью так интересуетесь? Смертью? Насколько я знаю, он признан пропавшим без вести. Во всяком случае, вдова не опознала ни одной его вещи. Так это она вас наняла, да? Ну, теперь все понятно. А что вам понятно? Да она хочет получить наследство. Знаете, вот он бы давно уже ко мне ушел, если бы она не скандалила, не устраивала истерик. Мы расстались с ним за месяц до его гибели. Угу. Теперь у меня есть Андрюшка, и я счастлива. Скажите, Арина, вот как вы считаете, мог Андрей не лететь тем рейсом? Нет, не летел, был бы жив. А точно установлено, что Андрей тем рейсом не летел, однако пропал без вести. Да этого просто не может быть. Вы что, шутите? Он жив? Нет, я не шучу. Его запомнил таксист, который подвозил его от аэропорта и высадил, кстати, недалеко от вашего дома. Ну, он не мог поехать ко мне домой, потому что я месяц как жила уже на даче, и он об этом знал. Вот, в такси он забыл свой мобильный. И на нем за день до авиакатастрофы был вызов с вашего городского номера. Да, я звонила ему как-то, но я заехала за вещами, ну, буквально на час, и позвонила. Ну, трудно удержаться от звонка любимому человеку, даже если вы расстались. Но подождите, а где же Андрей? А мы это выясним. Вы знаете, он мог поехать в офис, потому что он недалеко находится от моего дома. И к его исчезновению может быть причастен Павел Глотин. Это его компаньон. Бесчестный, завистливый человек, я это точно знаю. А если вы думаете, что он у меня скрывается, то, пожалуйста, посмотрите дом. Хотите, я ключи вам от квартиры дам? Нет, спасибо. Знаете, если бы он ко мне ушел, мне в этой жизни ничего не надо было бы больше. Лен, значит, ты давай сейчас отправляйся в офис. Угу. Сереж, а мы с тобой к Глотину. Так. Ключи давай. Клиентка звонит. Да? Здрасте, это Лебедева. Да, слушаю вас. Я хотела сказать, что снимаю свой заказ. А что?
Я хочу отказаться от расследования. А что случилось-то? Просто я была сегодня на 22-м по счету опознания. Среди вещей пассажиров самолета того рейса, оказывается, есть вещи Андрея. И я опознала. Вот как? Все ясно, искать больше нечего. Вы уверены? Да, и давайте закроем эту тему. Поехали к клиентке. Так вот, Сережа, я поговорил с адвокатом, и он мне сказал, что если Андрей считается пропавшим без вести, то Маша сможет вступить в право наследства не раньше, чем через год. И то, пока соберет документы, подтверждающие, что он погиб в авиакатастрофе, пока подаст в суд, он же, ну, сам понимаешь, пока суд до дела. А если его признают погибшим, то Мария уже практически автоматически становится наследницей, ну и буквально, наверное, через месяц уже сможет распоряжаться имуществом. Вот почему они торопятся, чтобы Андрея признали погибшим. Игорь Петрович, это машина Глотина. Он что, у нашей клиентки, что ли? Сережа, ты сейчас давай за Глотина, а я пойду по душам поговорю с клиенткой. Угу. Забыл, что ли, чего? Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Что еще? Я же отказалась от следствия. Вы хоть понимаете, что вы делаете? Ведь совершенно точно известно, что Андрей не летел тем рейсом. И он не погиб в авиакатастрофе. Как? А вот так. И зачем вы опознали чужие вещи, как его? Я опознала вещи Андрея. Я это точно знаю. Так уж и точно. Вы специально опознали чужие вещи, чтобы мужа признали погибшим. Чтобы распоряжаться его имуществом. Вы специально ввели следствие в заблуждение. И я могу это доказать. Это не я. Это Паша хочет, чтобы я скорее вступила в права. Чтобы выгоднее продать фирму. Скажите, а вы... У вас с Пашей давно роман? И это вас интересует? Да, и это. Андрей вернулся в офис из аэропорта. Там он встретился с Павлом. А после этого Андрей пропал. И с тех пор его никто не видел. Я думаю, что к этому причастен именно Павел. Ни на какую встречу с Павлом он не мог поехать. Почему? Потому что Павел был у меня. Алло, Лена. Скажи, Печерская какие покупала сигареты? Ага, ага. Все ясно. Слушай, мы сейчас с Сережей едем к дому Печерской. Давай-ка тоже подъезжай туда. Угу. Отбой. Игорь Петрович, да. А зачем нам снова на дачу-то? Ведь эти двое, ну, Павел и Маша, они, скорее всего, сговорились, а Андрея на дачу у Печерской точно нет. Или вы думаете, что она его убила? Сережа, не торопи события. К детективу Игорю Лукину обратилась молодая женщина Маша Лебедева. Ее муж Андрей 5 месяцев назад исчез из дома при невыясненных обстоятельствах. Маша считала, что он погиб в авиакатастрофе, но в процессе расследования удалось установить, что на потерпевшем крушение рейсе Андрея не было. Поиски Андрея выводят детективов на след его бывшей любовницы Арины Печерской. Однако она тоже считает Андрея погибшим и ничего нового о его судьбе сообщить не может. Где Андрей? Я же вам сказала. Что вы мне сказали? Я точно знаю, что Андрей находится в этом доме. И мне надо с ним поговорить. В противном случае я вызываю милицию, и они обыщут дом. Вы не имеете права. Милиция имеет право. И следователь с ордером на обыск. Вы что-то путаете. Андрея здесь нет. Тогда дайте мне еще раз осмотреть дом. Договорились? Идите. Хорошо. Идите.
же говорил, здесь никого нет, здесь пусто. А здесь что? Откройте дверь. Не буду. Откройте, или я вынужден буду ее сломать. Вы не имеете права, я вызову милицию. Отлично, отлично. Вызывайте, они нам помогут. Где ключи? Ключи! Выпустите меня! Ключи! Откройте! Откройте! Давайте, я вам помогу. Вы кто? Давайте, давайте. Давайте, детективы. Аккуратненько. Вставайте, вставайте. Тихо, успокойся. Опустите меня! Если бы я хотел убить, убил бы ее давно уже! Дура, сумасшедшая стерва! Допустите меня! Сумасшедшая стерва! Что ты наделала? Ты понимаешь, что я не смогу простить тебя? Смотри сюда. Никогда. Если бы ты меня послушала тогда. Ты меня так часто обманывал. 5 месяцев я просил тебе дать мне жизнь. 5 месяцев. Смотри сюда. Я хотел остаться с тобой сам. Ты решила приковать меня к себе. Запомни, насильно, мил, не будешь. Я приехал к тебе сам, понимаешь? Еще раз повторяю, хотел остаться с тобой. Ты меня обманывал. Я любил тебя, дура! Ты убила все, что можно было убить. Возможно, это была месть Арины за то, что вы в очередной раз обманули, а? Да. И когда вы сказали, что ваша жена беременная, Арина проверила и узнала, что Маша не носит ребенка. Да. Арина, видимо, таким способом пыталась расправиться со мной и проучить меня, заперев в этой проклятой клетке. Причем сама потом созналась, что добавила снотворного мне. Утром я проснулся, прикованным к батарее. Она выпускала меня, конечно, но до телефона, к сожалению, я так и не смог дотянуться. Я ей сказал тогда, что я приехал сам к ней, что я люблю ее и хочу с ней остаться в этот день. Но она не поверила мне. Скажите, Андрей, а вы своего сына видели? Нет. Где мой сын? Да ты что думаешь? Заперев человека в клетке, заставишь его полюбить, что ли? Я вас очень попрошу, давайте не будем здесь разбираться, выяснять отношения. Я догадался, что искать Андрея надо на даче у Печерской, тогда, когда она купила 2 блока сигарет разного сорта. А Маша сказала, что Андрей курит сигареты определенного сорта. Меня только смутило, почему Андрей из аэропорта поехал на городскую квартиру Арины. Мне был звонок из городского телефона. Я подумал, что это Арина. А когда приехал к ней на квартиру, то ее там не обнаружил. Поехал на дачу. Ну, вот и все. Никогда тебя не прощу. Я устала, что ты все время меня обманывал. Скажите, что мне сейчас за это будет? Да вы нарушили закон. Статья 126 Уголовного кодекса. Похищение человека. Теперь Андрею решать. Ну, у нас же ребенок. Ребенок, подумала, ребенок. Андрей, ну она вроде как вам жизнь спасла. Жизнь? Она мне? Да ничего она мне не спасала. Я сам себя спас. Вот только для чего, не пойму. Жена предала, друг предал. А любимая женщина вообще непонятно. Андрей, ну а сын? Андрей по-прежнему возглавляет свою фирму. С ним работает Павел. Мария уехала из города. Арина растит сына, Андрюшку-младшего. Андрей часто видится с сыном, однако Арину избегает.